Всем привет! С вами Ольга и добро пожаловать на мой канал. С тех пор, как мой ребенок начал ползать, встал вопрос, а точнее необходимость мытья рук. Если честно, для меня было очень неудобно хватать ребенка под мышку, нести к раковине, тянуть ручки к крану. Ребенку это тоже не всегда нравилось и не всегда было интересно, эта струя воды. В общем, уже тогда я знала, что существуют такие специальные раковины, которые надеваются на ванну. Но я думала, сильно рано, ребенок еще не может даже стоять, а тем более дотянуться. И потом благополучно про это забыла. В общем, мы со временем подтаскивали стульчик с ребенком, чтобы помыть ручки, и все это как-то очень неудобно было устроено. А потом я вспомнила, что существуют уже такие вот раковины, и мы купили себе вот такую вот на ванную пристегивающуюся раковину для детей, для мытья рук, для чистения, для чистки зубов. Очень классная вещь. Я ее заказала просто через eBay, и она мне обошлась в 12,90 евро. 12 евро 90 центов. От этой фирмы Roto Baby есть у нас еще такое сиденье для купания, для ванны, для безопасности ребенка, но мне показалось очень неудобное, нам не особо пригодилось. В общем, не рекомендую покупать, можно обойтись спокойно. Вот. А эту вещь мы испробовали в течение нескольких дней, и вот что у нас получилось. Ты тоже будешь коробку открывать? А я думала, ты хотела сильно подметать. Ты будешь еще пол подметать? А мама. Давай откроем эту коробку. Посмотрим, что внутри. Заказывали умывальничек для ребенка, который на ванну одевается. Мне кажется, легче будет руки мыть ребенку, чем... Ты будешь смотреть? Отлично. Я несу ножницы, мы открываем, а Эмма будет смотреть. Открываем. Нет, вставать не надо, не надо вставать. Не, о, такая огромная коробка, а там такая маленькая коробочка внутри. Сейчас я ее достану. Когда я достану маленькую коробку, можешь с этой делать что хочешь. Вон, смотри, оно внутри. Доставай, сможешь достать? Да. Такое уверенное было, да? Давай, ребенок, учись оценивать свои силы. Я тебе чуть-чуть помогу. О, молодец! Котя, ты сама у меня все открыла. Что это? Это умывальник для Эммочки. Вот эта девочка уже ручки свои там моет. Надеюсь, нам правильный цвет. Другого. Открыть? Теперь нам опять нужны ножницы. Не нужны. Сейчас мы так откроем. Так, ту коробку мы подальше уберем. Открываем. Достаем умывальник. Помогайте. О, давай, помогай маме доставать. Ой, сейчас все упадет. Лови скорее, держи. Все. Вот умничка. Там больше нет ничего. Мыть? Слушай, мы сейчас испробуем с тобой. Как он выглядит? Красивый цвет? Это бирюзовый цвет. Давай мы с тобой сейчас все вот эти вот детальки составим сюда. А потом попробуем ручки мыть. Что, Эмочка, ты с зеркалом разобралась? Сейчас папа нам все соберет. Кстати, вот это вот, оказывается, не зеркало, а какая-то картонка. Ну, в общем, что-то очень эластичное и безопасное для ребенка, и оно просто наклеивается вот на эту штучку. Посмотрим, как в конце будет выглядеть. Интересно. Эмма увлеклась этим зеркальцем. На, Висас, кафе твой? Да. Здесь можно полотенце повесить. Хи командас хантух. Schön. Das werden wir sicherlich öfters nutzen. Gut, ja. Gut. Прима, Эмма, ты смахс ты гуд. Будем с мылом мыть? Будем ручки с мылом мыть?
Давай. Так, ты хочешь побродиться, однако. Давай сначала. Будь здорова. Будь здорова, солнышко. Давай помоем с мылом. Давай ручку подставляй, я тебе мыло. Так, супер. Вот, классно, молодец. Сильно-сильно растирай, солнышко. Теперь полюбуешься, да? А теперь водичкой смывай это. Вот так. Молодец. Если еще потрешь, будет пена. Продолжай ручки мыть. Тебе нравится так? Ты закончила мыть? Ты хочешь еще мыло? Да. Скажи еще мыло. Надо мыло. Мыло надо. Скажи, надо еще. Давай, мама, тебе мыло. Мама. Ты хочешь сама? Да. Ну тут немножко сложная система. Не получится сама. Да. Ну, в принципе, да, но надо сильно. Мама. Давай. Подставляй ручки. Так. Вот, молодец. О, супер! Красиво! Пена, пузырек там надулся, пена. Тоже пузырек. Давай сюда свои ручки. Давай, поболочим. Вот так. Ой, холодненькая водичка оказалась. Это дырка, да, дырочка. Давай ручки мыть. А мотика. Я вижу, ты бродишься. Ну, а если подытожить, мне эта раковина очень-очень понравилась. То, что надо. Очень хорошее изобретение. Я нисколько не пожалела, что купила ее. Единственный небольшой минус был, что вот эта вот штучка в начале несколько раз очень-очень туго закрывалась. Я даже расстроилась сначала, потому что ну, без нее вообще никак, смысла нет. Но сейчас она уже немного разработалась, и уже происходит это легче. Может, это сделано специально, чтобы ребенок сам не смог открыть, я не знаю. Ну, вначале мне было трудно самой ее закрыть. Вот, а в остальном вообще такая классная вещь. Рекомендую каждому, кому тоже тяжело мыть руки в большой раковине для взрослых. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.